Всем приятной жизни, это психиатр, и мы продолжаем играть герой Ключей Магии 5. Так, Паша стал по карте, и вот заметьте, по-моему, я в этот портал не прыгнул. Так, и мы сейчас, наверное, пойдем. Так, давай, опай. Тьфу ты, блин, куда ты притопал? Я случайно попал, кликнул, куда я искал. Так, не, ну если не тот портал, то я не знаю какой, ребята. Чего они хотят от меня? Давайте вот этот запах до конца. Подведем. Немножечко осталось. Так, давай. Кофе давай. Так, я думал, кстати, можно пока строить еще один смог. Вот это. Смотрите, какая армия. Достоверно. Ой, это настоящий. Да. Вот, просто можно их нанять, если что. Чувак, спасайся. Так, еще один замок в галочку, отлично. Это же прекрасно, прекрасно. Пм. Так, да, может вот этот ключик настраивать, не знаю. Точно какой-то стрёмный. Ладно. Все равно денег и ресурсов у нас дофига. Вот, лучше отстроить сейчас. Возможно, нам понадобится эта армия. Чтобы убить Николаса. Thank you.
Да, вот, смотрите, когда я вернусь обратно, потому что армию еще не получили. Солдаты. Кстати, это не так много, потому что сегодня читал. Вниз, кстати. Вниз, ну хорошо. А вот и говно. Бля, мы сейчас можем убить. Рядышком. С нами. Так. Давай, передавай. Всю армейку. Она плохая. Приехала. Все к нам. Такая вот такая. Так. Теперь придаем. Сколько ночью, по-моему, не смогла. Три. Теперь возвращаться обратно. Так, говно хочет смерти, окей. Опа. Слушайте, мы сейчас можем совершить просто два. Николас. Я это сделаю или нет? Так, давайте вот что я хочу провести этот бой сам. Возможно, даже будет больше намного потерь, но тем не менее. Так, все остальное. Блин. О! Я тут решил сразу идти в наступление. Блин, жалко, что ждать. Давай, собаку. Давай промах. Блин. Вот потом сильнее будет промазить. Я знаю. Видишь, как слабенько все попадает. А нормально, что? Ну вот что это такое, а? Кейчиков много потеряли, но это три дракончика буквально по ниче. Да, финифтарист вообще пиздец. Но снова восстал мой враг. Ночь вечная помощь ему. Рассветом сжигает ему. Шо? Да чёрт! Что-то я не понял сейчас вот этой темы. Я думал, это как бы все. А он типа воскрес?
Охренеть. Что-то как-то не очень, я бы сказал. Мне это нравится. Артефактом материал. Я вот не знаю, только войско, но так, такое же будет, если да, то это пипец. Ребята. Читер хрен, да? Бля, вот смотрите, пошел дальше, что не бывало. Офигеть, армия как не бывала. Блин, ну уж как сюда попасть, интересно. Понятно. Как мне сопнику? А чё-то я вот сейчас вообще не понял. А... куда? Ну черт, он захватил мой замок. Что за хрень творится, блин? Что-то я вот этого момента не понял, да? Проморгал. Ну, всех нафиг. Пойду тогда сразу замки захватывать. Такая идея. Или может быть мне нужно драконов сначала всех. Чтобы он не воскрешал. Понятно. Не, ну это эпично было. Я даже не понял, как он вообще тут оказался и как захватил мой замок. Так, давай замок. Да, я уже, блин, не хочу. Я хочу уже, блин, завершить понятную кампанию. Чё-то как-то стрёмно. Не, ну хотя... Блин, ведь не написано про этих чёрных драконов. Вот как я должен догадываться? Вот что-то мне там показали вначале, и я, блин, должен, значит... Ни в одной задаче, блин, сказано, что я должен быть этим там. И не факт, что их еще и нужно убить. Ну, в смысле, не факт, что это поможет. Потому что непонятно, что это значит вообще. Вот это вот мне вообще не нравится. Ну вы скажите, блин, что делать? Что я сделаю? Да. Какой-то фигней сморачивается. Какие-то, блин, вещи. Что ищи, не признаешь. По бабу, когда-нибудь пройдемся.
Кто-нибудь знает? Но если, кстати, вот этот дракон не поможет, у меня есть еще одна идея. Я вот сейчас подумал, значит, там типа фениксов давали, да? Что-нибудь надо, чтобы я с ним понравился, хоть мне кажется. ФЗ. Гения. Как я его должен убивать? Понятно. Нет. Блин, за этим другом я не хочу убиваться. Понимает, хотя бы два дракона осталось, да? Всего два. Всех остальных я выделил еще. Так, кстати, это не знаю. Пойдемте на этот дом. Так, ладненько, ребята, я думаю, на этом мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.